Всем привет! Мы расскажем самые интересные новости Дома-2. Чтобы всегда быть в курсе событий проекта, смотрите эфиры Дома-2 на телеканале ТНТ. Подписывайтесь на наш неофициальный YouTube-канал и на страницу ВКонтакте. Все ссылки в описании к видео. Ольга Рапунцель вновь стала участницей проекта. Она озвучила срок своей беременности 14 недель и собирается подавать на развод. Девушка с вещами приехала на поляну, жить она будет в той же комнате, где ранее жила с Димой. Мама Оли возвращается домой во Владивосток. Илья Ебаров горячо поддерживает Ольгу. Он утверждает, что если бы не его помощь, то организаторы не разрешили бы Оле вернуться на Дом-2. На поляне был внеплановый приход. Любовь Гаврилина из Ташкента, ей 23 года. Пришла к Сергею Захарьяшу. У нее есть ребенок, мальчику 4 года. Ярослав Чертков из Москвы, ему 29 лет. Занимается бодибилдингом. Пришел к Мэри Кулешовой, но на Сейшелы не хочет. Татьяна Графова из Люберец. Учится в институте, ей нравится Андрей Денисов. Макар Брельгин из Тюмени, ему 22. Макар на проекте не задержался, он ушел в тот же вечер. Саша Черно и Иосиф Оганесян снова решили быть вместе. Черно спрашивает подписчиков: «Хотели бы вы, чтобы мы вновь сошлись, но только уже в другом формате отношений?» Саша показала свои ретро-фото. «Какая же я была лапочка, срочно-срочно худеть», – пишет она. Фил Кострубов вышел в прямой эфир в Инстаграм. Он сказал, что у Лилии Читрару все нормально со здоровьем. «Не нужно вестись и во все верить, она просто показушница». Маша Кахно дождалась возвращения на поляну своей подруги Марины Африкантовой. За новенькой Кариной Куприковой ухаживают сразу два парня. Это Дима Талыбов и Андрей Денисов. Дарина Маркина ревнует Никиту Кузнецова. Он переписывался с бывшей участницей проекта Таней Поп. Дарина попросила показать переписку, но он сказал, что все удалил. Никита говорит, что ситуация абсурдна, он просто написал девушке спасибо за поздравления с победой в конкурсе. Алиса Летинская и Виталий Малышев планируют сейшельскую свадьбу. Виталик хочет пригласить свою маму, а Алиса – папу. Катрин Летинская нелицеприятно высказывается о Виталии. Она пишет, что Виталик – мужчина ненадежный, двуличный, без мужского стержня и понятий. Андрей Черкасов выложил фото с подросшими щенками от Моники. Желающие приобрести щенков уже выстроились к нему в очередь. Вика Боня постепенно открывает все свои секреты. Теперь она назвала имя своего жениха. Мужчину зовут Фредерик, он итальянец. Они уже планируют пополнение в семье и даже думают об именах, которые дадут своим детям. Игорь Трегубенко отметил 29-летие. Он написал пост с благодарностью своим родителям, которые дали ему очень много. На этом все. Спасибо, что были с нами. Ставьте лайки, комментируйте, подписывайтесь на наш канал на YouTube и на страницу ВКонтакте. Ссылки ищите в описании к видео. И не забывайте смотреть эфиры Дома-2 на канале ТНТ.